Медицинский центр «Проксима» совместно с лабораторией «Оптимум» предлагают продлить удовольствие от общения с близкими, любимого дела и жизни в нашем городе. Опытные специалисты со всей страны, практикующие научные исследования в контакте с ведущими клиниками Израиля, разработали методику превентивной медицины, диагностики предрасположенности к различным тяжелым заболеваниям. Мы в своей лаборатории разработали ряд лабораторных методик, которые на клеточном или молекулярном уровне диагностируют уже предзаболевание. И вот на этих стадиях предзаболевания мы можем начать уже коррекцию. Соответственно, и методы коррекции здесь немножко другой подход. Человек, в принципе, еще не болеет. Значит, его не нужно пичкать лекарствами. И мы избрали методы коррекции, которые, опять же, они конвенциональные, то есть современные. Это не есть, допустим, гомеопатия, не есть герудотерапия или традиционные какие-то методы. Это конвенциональные современные методы эндоэкологической реабилитации. То есть, можно так сказать по-русски, это чистка организма изнутри. Качество предлагаемых процедур повышает возможность проведения на месте всех необходимых анализов. Оборудование и опыт специалистов лаборатории «Оптимум» позволяют все исследования проводить в здании клиники, даже если пациент еще не родился. Еще одним направлением по сохранению здоровья в клинике «Проксима» является ведение беременности. Очень важно наблюдать пациента до того, как он родился. И мы за собой оставляем еще направление – это ведение, наблюдение за беременными женщинами. То есть ведущий врач, акушер-гинеколог, к нему будет обращаться беременная женщина, и мы будем полностью наблюдать весь срок беременности и, соответственно, подготавливаться к родам. После родов полезное общение со специалистами готовы продолжить. При этом опыт взаимодействия с пациентами позволяет четко планировать лекции и процедуры, чтобы избавить мам и самых юных посетителей клиники «Проксима» от ожидания. Также у нас планируются профилактические школы. Профилактические школы правильного вскармливания, правильного ухода за ребенком, правильного сцеживания. Это будет читать ведущий онколог-мамолог, педиатр, акушер-гинеколог. Медицинский клинический центр «Проксима» находится в Адлере в здании бизнес-центра «Офис Плаза». Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.